Привет всем любителям природы! Сегодня мы поговорим об удивительном дереве, которое прославилось своими плодами и богатой историей. Речь идет, конечно же, об оливе. Олива – это не просто дерево, это настоящий символ мира и мудрости. Представьте себе, некоторые оливковые деревья на греческом острове Крит растут уже более 2000 лет. Вдумайтесь только, сколько всего они повидали на своем веку. Плоды оливы, как мы все знаем, невероятно полезны. Оливковое масло, которое из них делают, не зря называют жидким золотом. Оно богато антиоксидантами и полезными жирами, помогает снизить риск сердечных заболеваний и укрепить здоровье. А знаете ли вы, что олива – настоящий боец? Она может расти даже на скудной почве, где другие растения давно сдались бы. Секрет в ее мощной корневой системе, которая уходит глубоко в землю в поисках воды. Но и это еще не все. Олива – настоящий гостеприимный дом для множества животных и насекомых. Птицы вьют гнезда в ее ветвях, пчелы собирают нектар с ее цветков – целая экосистема. А вы в курсе, что только каждая третья оливка идет на производство масла? Остальные используются для маринования и приготовления всяких вкусностей – от топинада до греческого салата. Ням-ням! Олива прочно вошла и в нашу культуру. Вспомните древнегреческие мифы, где богиня Афина подарила людям оливковое дерево как символ мира и процветания. Вот сколько всего интересного связано с этим удивительным деревом и его плодами. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории из мира природы. До новых встреч, друзья!